В поселке, где я вырос, нет достопримечательностей. Зона, школа и спичечная фабрика. В 13 лет у меня было 4 привода в милицию и одна судимость. Условно. Когда мне исполнилось 19, я собрал чемодан и поехал в Москву. Весь день голодный, я бродил по Первопрестольной и заблудился. В переулке я подошел к женщине спросить, как проехать на Курский вокзал. Она подняла на меня глаза, а в глазах стояли слезы. Ее муж не ночевал дома. Утром, когда он пришел, она спросила его, где ты был? Придумай что-нибудь сама, ответил он. Она накормила меня, отвезла на вокзал, купила билет и посадила в поезд. А когда поезд тронулся, вытащила меня на перрон. Светились фиолетово, фиолетовые слезы фиолетовых людей, поцелуи, расставания фиолетовые. Сколько было в моей жизни фиолетовых ночей, я не помню ничего из этого. Ну что, я вас поздравляю. Ваша машина прибыла из Хельсинки. Да, можете приехать и забрать ее. Лето в этом году будет очень жарким. Я просил алый салон. Да. Алый салон, натуральная кожа, самая дорогая комплектация, все как вы просили. Это красный. Классический красный цвет. Но это алый, насыщенный алый цвет. Алло. Да. Все, как договаривались, я не опоздаю. Я знаю, что у нас мало времени. А я люблю тебя. Да, 25-й километр, Новая Рига. Давай, не опаздывай. Пока. Я все понял. Выгоним машину на улицу, и при естественном освещении салон будет алый. Нашел. Сережа, я тебе перезвоню, у меня голова мокрая. Ну, перезвони.
страшно, Котя? Да не, я уж привык. Пока мы любим друг друга, Котя, нас Бог хранит. Хотелось бы верить. Ну, я пошла. Давай. Позвоню в пятницу. Только прошу тебя об одном, не влюбляйся. Пусть у тебя будет девушка миллион, пусть они все будут молоденькие, хорошенькие. Но только не надо той единственной. Ванечка, я не вынесу этого, я не переживу. Я больше ничего не боюсь в жизни, только если ты влюбишься. Солнышко мое. Вот не надо было сейчас этого говорить. Вот когда так говорят, именно все так и происходит. Ты бы лучше оставила свои страхи при себе. Прости, извини меня. Минутная слабость. Часы не могу найти. Где мои часы? Как следует высуши волосы, а то простудишься. Я побежала. Ванечка, с тобой все хорошо? Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Ну, я могу идти. Можешь. Инопланетяне? Нет, это земляне. Они верят в Кришну. Кришна? Кто такой? Кришна – это Бог. Ага. Никогда. Вы забыли сумку. Положи, пожалуйста, в машину. Три раза в год. По пятницам. Что преподаете? Детей с дефектами речи учу разговаривать. Извините, а можно у вас на уроке посидеть? Нет, нельзя.
Что-то случилось? О чем ты думаешь? Ни о чем. Со мной ты не хочешь поговорить? А с кем, по-твоему, я сейчас разговариваю? Что значит, он не хочет нам продать землю под строительство? Он же обещал. Мы положим его бошку на раскаленные угли. И когда эта огромная тупая тыква наполовину прожарится, мы предложим ему менее выгодные для себя условия. Можно при мне не вести этих дебильных садистских разговоров? Дебильный садистский разговор. А что бы ты жрала, если бы не эти дебильные садистские разговоры? Святым духом бы питалась! Картофельные очистки жрала бы. Вы помешались все на деньгах. Деньги, деньги. Разве можно жить только ради денег? А ради чего стоит еще жить? Ради любви. Вот ради чего стоит жить. А если нет любви, зачем нужна эта жизнь? Влюбилась. Я говорю о любви как о неком космическом чувстве. Любовь к жизни, любовь к детям, к людям, любовь к Богу, духовная любовь, любовь к красоте. Браво! Браво, Марго! Я твой Бог. Я твой Святой Дух. Что с тобой происходит, девочка моя? Ничего. Я очень счастлива. Спасибо тебе, Всевышний. Кларл украли, украл кораллы. Пейте внимательно. Карл у Клары украл кораллы. Извините, можно я тут тихонько посижу? Выйдите, пожалуйста, из класса. Кларл украл кораллы. Петя, а давай теперь мы это споем вместе. Давай. Молодец. Молодец. По-моему, это новая методика. Нам нужно сотрудничать вместе. Пожалуйста, выйдите из класса. Вон! Я пошел. Я ухожу. А Клара у Карла, Клара у Карла украла кларнет. Аня попросила меня выйти из класса, а спустя 3 месяца мы поженились. Так закончилась моя фальшивая, переточная, и началась моя настоящая жизнь. Наступил август. Однажды воскресным утром мы поехали на дачу. Дети, дети, дети запускают в небо змея, и чем выше он летит, тем душа светлее. Задирают головы выше, выше, выше. Те, что ходят по земле, и что стоят на крыше. Что ты сделала со мной этой светлой осенью? Привязала к сердцу нитку, в небеса подбросила. И я на ниточке лечу, я лечу на ниточке. Я от счастья трепещу, а на лице улыбочка.
30 литров. Вам не стыдно, вы же за рулем. Если вам своей жизни не жалко, подумайте о других. Не учи меня жить, мочалка. А ты не боишься, что я сейчас из машины выйду? Давай. Рискни здоровьем. Зайчишка. Похотливый. Чё ты сказал? Вань, не связывайся. Дома свою тёлку облизывай. Зайка. Вань. Чё, поговорим по-мужски? Поговорим. А то не пьешь, не куришь. До 100 лет дожить хочешь. Вот ты-то первый. И влетишь в говно на дороге. Трезвенник. Жду тебя на выезде. Любимый. Все будет по чесноку. Один на один. Заправишься, едешь за мной. Договорились. Кто меня обидит, тому долго не повезет. Не связывайся, они сами найдут свое счастье. Ничего, за мной не заржавеет. Заправка закрыта. Прекращаем обслуживание клиентов. О, нормалек. Что, ладно, меня не напрасно. Терпеть ненавижу, если кто без очереди. Это мой бензин? Не-а, это мой бензин. Я его запомнил. На белом свете не жилец. Денек. Парад уродов. На трассе заправимся.
Что ты делаешь? Питательную смесь. Выпиваете? А то! Выпиваем! А это вам закусить. Мы суши заказывали? Я не заказывал. Она так посмотрела на тебя? Кто? Это женщина. Вы знакомы? Да, мы знакомы. Это та самая женщина. Да? Это та самая женщина. Маргарита. Красивая. Кто этот мальчик в красном кабриолете? Поехали. Через 2 часа самолет в Рим. Я опоздаю на премьеру Аиды. Хочешь сказать, вы с ним не знакомы? Уже сказала. Мы не знакомы. Ну, он так на тебя посмотрел. Как он на меня посмотрел? С несказанной печалью. Не выдумывай. Витя, расчехляй ружьишко. Догоним. Легко. У него крутая тачка, 5 литров движок. Я могу выйти из машины и идти пешком. И я его обязательно встречу. Кто-то идет пешком быстрее, чем кто-то летит на самолете. Это вопрос. Внутренней энергетики. И сколько вы встречались? 8 лет. А этот мужчина в машине, кто он? Ее муж.
Страшный человек. Он убивал в начале 90-х. Так что наша с ней связь была очень рисковым предприятием. То есть ты не знаешь, как его зовут? Мальчики, не мое амплуа. Я люблю настоящих мужчин. Мы успеем. Поехали. Я запомнил его номер. 123 АХР. Я приехал из провинции. Она помогла мне построить бизнес, привести первых клиентов. Я очень способный. Это как в детстве. Кто-то должен помочь сделать тебе первые шаги. Кем я был? Дагопотой. Наподобие тех фриков на бензоколонке. А главное, она показала мне, что люди могут жить иначе. Что это? Я не знаю. Царапина. Новая машина, а? Как же ты не заметил? Слышь, сбавь немного, я только двигатель перебрал. Тачка развалится. Вот ты! Завязался узлом и перебираешь двигатель. Может, это двигатель тебя перебирает? В том смысле, что он заставляет тебя задуматься о себе. И ты засыпаешь и думаешь о двигателе. А двигатель в это время о тебе не думает! Он металлический. И ему все равно. И если ты думаешь о двигателе, а он о тебе не думает, это значит, что двигатель тебя перебирает. Круто. Реально круто. Любимая, только для тебя. Браво, милая. Вернись. О! Зайка, писаем! Ваня, в машину! Я все дальше от земли. Тормози, тормози, Манюня! Моя родная, улетаю в небеса. В небеса холодные, глаз твоих уже не вижу и не вижу личика. Мимо стая пролетает, да маленькая птичечка. Что ты сделала со мной этой светлой осенью? Привязала к сердцу нитку, в небеса подбросила. И я на ниточке лечу, я лечу на ниточке. Я от страха трепещу, а на лице улыбочка.
Слушай, мы едем в аэропорт или нет? Меня не обманешь! У меня глаз алмаз! Да, Сан Саныч. Все как договорились. Целлофан купил 70 метров в кусках. Скотч и 3 степлера. Ты не говорил, что у вас такая разница в возрасте? Говорил, что не замужняя? Пытаюсь начать свою жизнь заново. Не нужно столько лгать, если хочешь начать жизнь сначала. Извини. Ты слышала удар? Слышала. Что это было? Не знаю. Вмятина на бампере. Мы на что-то наехали. Или кого-то сбили. Кого сбили? На что наехали? Дорога пустая. Тихо. Слышишь? Слышу. Тихо, 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 тихо. Слышу, слышу, слышу. Слышу, слышу. Я могу поклясться самым дорогим, что мы с ним не знакомы. Клянись. А чего ты замолчала? Давай, давай, клянись. Ну, я клянусь. Мы с этим человеком не знакомы. Мамой своей клянусь. Мамы уже 3 года нет. А кем мне еще клясться? У меня кроме мамы никого не было. Ни брата, ни сестры. Детей ты не захотел. У меня никого нет, только мама и ты. Могу поклясться тобой. Не надо мной. Здоровьем своим. Я клянусь тебе своим здоровьем. Я клянусь небом, звездами, солнцем, всем, чем хочешь. У меня с ним ничего не было. Агош, правда ничего не было? Не было. Не было? Не было. Да и слава богу. Клянись, не клянись, а я его из-под земли достану. Я этого сучонка разговорю. Зажму его голову в слесарные тиски. Он мне такие подробности поведает о своей интимной жизни. Ай! Собаку сбили. Бедненькая, она еще живая. Терпи, Ань, садись в машину, поехали домой. У нас есть аптечка. Надо ее к ветеринару отвезти. Ань, но она все равно не выживет. И что? У тебя нет перед ней никакого чувства вины? Перед кем чувство вины? Перед собакой. Ань, ну я тебя умоляю, ты обыкновенная дворняга. Мы возьмем ее с собой. Маленькая, хорошая. А куда мы ее положим? Посмотри, новая тачка, псина вся в крови. Ну? Я никуда не поеду. У меня, между прочим, ошейник имеется. Мы не имеем права ее бросить. О, Господи.
Ну и долго вы с ним встречались? Ты мне всю душу наизнанку вывернул. Мне больше незачем это терпеть. Что именно тебе незачем терпеть? Твою паранойю мне незачем терпеть. Раньше был какой-то смысл. Раньше я понимала, зачем я все это терплю, а теперь смысла нет. А вот это уже интересно. И зачем же ты терпела мою паранойю? Я из-за тебя опоздала на самолет, мерзавец. У меня было волшебное настроение. Хочешь прогуляться, да, солнышко? Да. Хочу прогуляться. Давай, давай, прогуляйся. Здесь недалеко, 50 км. Ой, а сколько сантиметров у нас шпильки? 22. Давай, милая моя красавица. Ох, как она идет. Давай, давай, гуляй. Ночью ты получишь огромное удовольствие. Пронуй какой-то. У нас большой и красивый дом за городом. Отвезем тебя домой, а завтра к доктору, да? Он будет жить у нас. Ты не против? Я против. Но, любимая, если ты так хочешь, пусть живет с нами. Маргаритушка, солнце мое, ты где? Марго, но я больше не буду, все, я не буду заводиться на эту тему. Маргарит, ты не попала в оперу, это не страшно, я тебе спою. О, старокинто, эле претинто, але ла тонто, ире ле фонто, и столе пьето, и столе пьето, и ла пито, и то штента, альто, вельто, и то, Марго, я громче не умею. Я ухожу, Марго. Я ушел. Солнышко мое. Марго, поехали домой. Давай, мы выпьем вина. Здесь же лес, здесь очень страшно. Здесь дикие животные, они могут тебя покусать. Маргуша, солнце мое. Марго. Марго, ну прости меня. Ты же знаешь, я мнительный. Я люблю тебя, Марго. Ну, как знаешь. Она права. Я слишком мнительный. Не надо было с ней ругаться. Что на меня нашло?
Она же хорошая женщина. Она любит меня. А я... Нет. Он посмотрел на нее. Посмотрел. Мы его назовем. Султан! Он не похож на султана. Ну, значит, Карл. Почему Карл? Ну, потому что Карл у Клары украл кораллы. Да, но он никогда ничего ни у кого не крал. О, не верю. Больно лукавая морда. Отдай-ка Карлу, я посмотрю в твои чистые глаза. Колись, Карл. Крал или не крал? Лежит на обочине. Мы человека сбили. Ты что тут делаешь? Прилегла отдохнуть. Притомилась немножко. Тебе не найдется книжки почитать на ночь? Шатерло де Лакло. А опасные связи. О, Боже. Ты цела? Я сама виновата во всем, что втянула тебя в этот бессмысленный роман. Уезжай. Я хочу умереть. Сдохнуть здесь. О, канаве. Ноги целы. Как хорошо. Что ты меня убил. Прекрасная, сладкая смерть. О, здравствуйте. Это вы, прекрасная фея, укравшая мое счастье. Мы вас отвезем в больницу. Она вся в крови. Надо скорую вызывать, милицию! Так а где мы находимся вообще, а? Пока они приедут. Мы сами отвезем ее в больницу в Илье Видово. Да включи же ты телефон, благоверная моя! В игры хочешь поиграть? Давай-давай, поиграй! Тварь! Непорочного зачатия!
Сюда! Я здесь. Я ни о чем не жалею. Я была счастлива. Вы еще будете счастливы. Вы обязательно будете счастливы. Он хороший. Ты люби его. Он меня бросил. И сломал мне всю жизнь. Марго, я тебя прошу, смени пластинку. Я скоро сдохну. И тогда замолчу навеки. Ты еще 100 лет проживешь. Что такое? Кажется, что осколок ребра пошел в сердце. А, очень больно. Дайте мне, пожалуйста, водички. Да-да-да, сейчас. Водички. Держи. Хочется попить водички. Сильно не газуй! Только движок перебрал! Мастер! Ну, волшебник! Сделай что-нибудь! Я здесь! Лихачился мой благоверный. Боже, как страшно. Анечка, пожалуйста, не выходи из машины. Все из-за тебя, сучонок. Дай мне телефон. Это мой телефон. Это мой телефон. А это был мой бензин. Thank you.
Он мне разбил лицо. Отвезем его в больницу. Зачем ты надел ему ремень на шею? Дикий зверь. Я его боюсь. Это ты? Я. Это он. Он. А где мы? Мы в дороге. Ага. А что мы здесь делаем? Мы едем. Угу. А моя машина где? В кювете. А что она там делает? Догорает. А-а-а. Кто нас упаковал? Я. Зачем? Мы не очень хорошо выглядим. И они боятся, что мы испачкаем салон их новой машины. Почему у меня связаны руки? Чтобы вы не смогли разрушить кокон и нанести вред окружающим. Зачем вы связали ноги? Чтобы вы не смогли мне ударить ногой по голове. Развяжите меня! Ни в коем случае. Мы куда сворачивали? Налево или направо? Я не помню. Останови! Останови машину, гнида! Распакуй меня! Мы едем в больницу, у нас мало времени. Значит, ты половинку мою сбил, да? Так получается? Мы наехали. Нечаянно, но мы не хотели. Мы не скрылись с места аварии, а наоборот, оказали помощь вашей жене. А сейчас мы везем вас в больницу. И меня ты тоже сбил? Нет, вас не сбивали. Вы не справились с управлением. Машина новая? А ты, сучонок, о своей шкуре подумал? Не переживайте, пожалуйста. Вам нельзя нервничать. Вы потеряли много крови. А скоро больница? Больница далеко? Ванечка, пожалуйста, побыстрей. Ванечка? Ванечка. Что ты хочешь сказать, тварь, что ты его не знаешь? Останови машину, Ванечка. Ванечка, милый. Нельзя останавливаться, надо ехать в больницу. Мой милый Ванечка! У меня же нюх, как у зверя! Ха-ха! Ну, пупс, держись! Я тебе шкуру сдеру! Живьем! Ванечка, милый. Ванечка. Ваня, останови, у нее судороги. Ванечка, мальчик мой, я ухожу. Тихо. Сдохни, сука, тварь. Закрой свой рот, сволочь, она умирает! Ванечка, спасибо тебе за любовь, за все, что было. Мой нафиг. Мой навсегда.
Она уходит. Она уходит! Она уходит! Это я ее убил. У нас еще один раненый. Пожалуйста, поехали. Тебя ждет веселая жизнь. Я тобой займусь, гнеденыш. Сразу понял, ты мне не нужна. Ты сказала, что с другим обвенчана. Ты была со мною так нежна. Фиолетовая моя женщина. Фиолетовые слезы фиолетовых людей. Поцелуи расставания фиолетовые. Сколько было в моей жизни фиолетовых ночей. Я не помню ничего из этого. Я тебя колесую. Она была гениальной актрисой. Ты запретила ей играть в театре, приводить домой подруг. Ты, пьяный в стельку, приводил проституток, а на утро лез к ней со своей любовью, ромашки дарил. Выродок! Собственными руками на салат пошинкую. Мы тебя за нас 8 лет водили, 8 лет, как слепого щенка. Мы тебе так рога отполировали. Они на солнце блестят, бандитская твоя морда. Чужую. Мертвую женщину поцеловать с такой нежностью. Ты не любишь меня. Ну, не говори глупости. Это абсолютная правда. Он не любит тебя, Анечка. Не надо было вам жениться. Ну, ты актриса великолепная. Браво, Марго. Ну, и где твои знаменитые аплодисменты? Извините меня. Я вас обманула. Но истина в том, что пока человек не умрет, мы не знаем, как мы на самом деле относимся к нему. Смерть очищает от всего предвзятого, наносного, мелкого. Она ведет к истине. Меня. Мертвую. И с такой нежностью. Ты любишь меня, Ванечка. Thank you.
Вот она, башня. Мы должны ехать прямо. Нет, нам нужно повернуть налево. Езжай прямо, впереди больница. Только без паники, любимая. Возвращайся на дорогу, сучонок, быстрее! Это не водонапорная башня. Это Пизанская. Я прошу тебя, вернись на дорогу. Хорошо, возвращаюсь. Пожалуйста, в больницу. Или он, или я. Если он выживет, я умру. Мальчик лжет. Он бизнесмен. Он хочет меня убить. И оставлю ей громадное состояние. Ты прожил со мной столько лет, но так меня и не понял. А вот Empire State Building. Мне холодно. Пожалуйста, в больницу. Справа Биг Бен, а слева Тадж-Махал. Я тебя прошу, поехали в больницу. Он потерял очень много крови. Ванечка, давай по Елисейским полям, мимо Эйфелевой башни, поворачивай на Ильевидово. Реки Сена. Справа от вас Нотр-Дам-де-Пари, слева Бастилия. Ну, а мне на минутку надо в Лувр. Холодный, как лед. Пульс еле прощупывается. Я прощаю. Я всех вас прощаю. А я ему поверил, что он меня пальцем не тронет. Просто настало время подумать о высоком. Ненавижу тебя. Я тебя ненавижу! Возвращайся к машине. Быстрее, надо ехать. Ты заснул там? Ты жив? Поехали, Ванечка, он тебя пальцем не тронет. И еще мамой своей клянусь. Он мамой поклялся, Анной Валентиновной. Мы будем жить. Да. Не верю! Тогда я сама поведу машину. Взял ключи с собой. С катертью дорога. Счастливого пути. Миша, Миша, ты не кашляй. Миша, Миша, не болей. Я тебе, Мишутка, чаю наливаю. А ты... Ванечка, ну обещаю тебе, он тебя не тронет. Он маму свою очень любит.
Что это было? Мы сбили какую-то тумбочку. Смотри! Красная машина без крыши. Значит, зайка где-то рядом. Где зайка? Отвечай, симпатяшка! Я же говорил, зайчишка! Влетишь в говно на дороге! И запомни, любимая, все всегда будет, по-моему. Валил бы ты отсюда, придурок ненормальный. Я тебя полюбил. С первого взгляда. За красоту, а не за характер. Потому что я искал тебя всю жизнь. Любимая моя. Смотри, что они с крутым парнем сделали. Упаковали. Ребята, отвезите меня в больницу. Ты что? В упор вокруг себя никого не замечаешь. А ты знаешь, ведь все в этой жизни из-за таких, как ты. Не все всегда из-за таких, как я. Сглотни. Слышишь? Слышу. Запомни, ты не один на планете Земля. Скоро вернусь, чтоб суп стоял на плите. Если выживу, я буду молиться всем богам с утра до вечера, днем и ночью, и утром я буду молиться всем богам, всем богам. Аккуратно, руль прямо держи! Сережа, Сережа, он умер. Сережа, Сережа! На тормози, мы забьемся! Помогите! В машине двое раненых! Мыло, пожалуйста. Вот что случилось этой ночью. Мое трудное детство и моя безумная юность бросили за мной в погоню. Я шел берегом реки, а рядом бежала упакованная собака. Я словно мотылек вылез из кокона и сбросил на траву мою целлулоидную зловонную оболочку. Искупаться не хочешь? Вода теплая. А поговорить со мной?
Не хочешь? Все стало понятно, когда ты захотел бросить раненую собаку. Ты хотел убить человека. У тебя в душе нет ничего святого. Больше слова от меня не услышишь. Приезжаем в Москву и разводимся. Сегодня же. А однажды на заре оборвалась ниточка. За спиною, за моей, захлопнулась калиточка. Я без ниточки лечу, я лечу без ниточки. Я от боли трепещу, а на лице улыбочка. Что ты сделала со мной этой светлой осенью? Привязала к сердцу нитку, в небеса подбросила. Я тоскую, плачу я, и ничего не радует. Я по ветру не лечу, я не лечу, а падаю. Сразу после удара засветил яркий свет внутри. Человеческое сердце светит, как электрическая лампочка в 10 тысяч киловатт. Свет внутри – моя главная добыча. Расскажите об этом людям. Расскажите. Расскажу. Товарищ подполковник, серьезная авария на перекрестке Крюкова-Демидова. Пикап въехал в куровоз. Пьяные охотники ехали охотиться на птицу. Врезались в птицу. Ни одной курицы не пострадало. Оба в тяжелом состоянии. Товарищ майор, одна курица тяжело ранена. Отлично, закинь ко мне в багажник, завтра поедем на рыбалку, сварим из нее супчик. Есть, товарищ майор! Дайте, пожалуйста, птицу. Мы ее отвезем к ветеринару. Мы ее вылечим. Кого ты вылечишь? Курицу. В каком смысле вылечишь курицу? Ну, в прямом. Будет бегать здоровая, веселая. Инспектор Носовский, предъявите документ. Я вас очень прошу, отдайте, а я вам денег заплачу. Ты бы лучше на трусы себе раскошелился. Она будет жить. Нужно просто вовремя помочь. Документы на машину. Ну, она же истекает кровью. Ну, жальтесь. Ну, посмотрите в ее глаза. Ей больно. Машину ставим на обочину. Ёкар! Водитель, остановитесь! Стой, стой! Водитель, остановитесь! Давай назовем ее Клеопатра. Смотри на дорогу.
Мы решили, что Клеопатра это как-то не очень. И назвали курицу Эсмеральда. Она прожила огромную, прекрасную жизнь и умерла во сне, в глубокой старости. Дверь закрыла? Да. Интернет оплатила? Оплатила. Вечером идем на день рождения. Я помню. Ты точно дверь закрыла? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна. Змея, и чем выше он летит, тем душа светлее. Задирают головы выше, 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 те, что ходят по земле и что стоят на крыше. Что ты сделала со мной этой светлой осенью? Привязала к сердцу нитку, в небеса подбросила. И я на ниточке лечу, я лечу на ниточке. Я от счастья трепещу, а на лице улыбочка. От земли, мама моя родная, улетаю в небеса холодные, глаз твоих уже не вижу и не вижу личика, мимо стая пролетает, да маленькая птичечка. Что ты сделала со мной этой светлой осенью? Привязала к сердцу нитку, в небеса подбросила. И я на ниточке лечу, я лечу на ниточке. Я от страха трепещу, а на лице улыбочка. Thank you.
однажды на заре оборвалась ниточка за спиною за моей.